Serhiy Zhadan, poet Ukrainian, da aseve Ukrainian tsedari de jurnalistik akademiyi şenko da germaneli fotografi Miron Zobnili. Ori sitqit chven ayamelbashi sichkareshi dagovitsqda გამოფენის სათაურის და ფოტოგრაფის სახელის მითითება და ამას ხოლმე ამოვასწორებთ. ეს ფოტოები არის წიგნიდან, რომელიც სულ ახლახან გამოიცა. აი ეს წიგნი არის Ukrainian Night, რობერტ ბოშის ფონდის დაფინანსებით არის გამოცემული. კატერინას და პირონის ჩამოსვლაც რობერტ ბოშის ფონდის დახმარებით გახდა შესაძლებელი. ფოტოები არის წარმოდგენილი ამ წიგნიდან და სამწუხაროდ პირველი ორი სასიგნალო ეგზემპლარი აქვს ჩამოტანილი, ამიტომ ვერ დატოვებენ და წაიღო, მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და თუ კარგად მოგიქცევთ, მე ალბათ გამოგვიგზავნიან ამ წიგნებს. და კატერინა და მირონი საუბრებენ მოკლედ თვითონ ამ იდეაზე, წიგნი საიდან გაჩნდა, ეს იდეა, ამაზე მუშაობის პროცესზე და შემდეგ Serhiy Zhadan-ი გააგრძელებს ლაშა ბაქრაძესთან ერთად თვითონ ძალიან საინტერესო საუბარს უკრაინის მოვლენებზე. მე მგონი ეს პარტიში გუძებს რას გავარ პაპოკოპისე და ლაშა ეს პირიგოდე და ნაბიერნა ოთკატარი მე მიკროფონის მოყოლული არა ვარ და მიკროფონს რო ხელი გავუშვა, მე მგონია ისეც კარგად გესმის ჩემს ხმა. როგორც ამებით გადატოლებო და ბატონებო, სულაც ზედმეტია, მე მგონია მიკროფონი. მოვიდე. როგორც უკვე ითქვა, პირველი კითხვა არის ასაგურელად ჩვენი გამოფენის ავტორებთან და ხო. Что-то скажите про выставку. Потому что я думаю, что тексты написали вы. Да, да. Да, как у вас была вот эта идея, как вы книгу сделали? Добрый вечер. Спасибо большое за приглашение. Как уже сказали по-грузински, я, конечно, не все поняла. Меня зовут Катя Мищенко, я живу и работаю в Киеве. Я скажу несколько слов, может быть, он потом продолжит о выставке, которую вы сегодня здесь видите, про книгу тоже. Наш проект в процессе его создания был назван «Украинская ночь». Это такая фотоэссеистическая история про Украину, очень субъективная. Мы, начиная с 2012 года до марта 2014, ездили в разные украинские города и просто становились свидетелями каких-то маленьких историй, которые в этих городах происходили. То есть это не социологическое было исследование, это были не какие-то туристические места, это были очень субъективные решения, иногда очень странные, спонтанные ситуации. В некоторых городах у нас были какие-то цели. Здесь есть несколько фотографий из приютов, приюта для больных детей. Есть фото с детьми, которые живут на улицах. То есть иногда мы встречались с социальными работниками или с какими-то людьми, которые становились нашими проводниками в ситуации или в какие-то группы людей, к которым нет прямого доступа или которых просто так вот на улице ты не встретишь или с ними не удается поговорить. То есть с одной стороны это был такой блуждающий взгляд по городу, по разным украинским городам, с другой стороны это была попытка заглянуть в какие-то тайные глубины украинской жизни. И из этих путешествий, которые были в разные времена года, вы здесь это можете на фотографиях увидеть, и в очень разных городах. Какие годы? Прошлый год. С 12 по 14. То есть это были... Конкретные города, не говорите? Могу, да. Это были города восточной и западной Украины,
это был Крым, это был каждый раз Киев в разных контекстах. Конкретно города это были Одесса, Черновцы, Львов, Донецк, Харьков, Мариуполь. То есть это все было еще до войны? Да, и это было, и закончилось наше путешествие символическим образом на Майдане. То есть те фотографии, которые вы видите при входе, которые открывают эту выставку, это последняя поездка Леона в Украину была. Вот, и так получилось, это было совершенно, конечно же, не запланировано. И у нас была совсем другая интенция, какие-то намерения творческие, когда мы ездили и на все это смотрели, и нас интересовал именно социальный аспект жизни. Но вдруг случился Майдан, и, конечно же, это событие невозможно исключить сегодня больше из украинской истории. И для Мирона, хотя уже проект, ну, сами наши путешествия закончились, но он решил приехать в Украину, потому что очень важно было стать свидетелем этих событий, их как-то задокументировать. Вот. И вышло, что мы рассказали историю после Майдана о том, о наших впечатлениях и с какими-то образами, которые мы собирали до, вообще об этом не думая. И интересно также сейчас и для меня, например, как автора, и, может быть, для зрителей отследить вот эти взаимосвязи. Потому что сегодня все, что до Майдана, это как будто бы истории о том, как, ну, истории, которые к нему привели. То есть как будто бы это предыстория какого-то большого события. И вот, наверное, эта книга — это такой промежуточный документ, то есть попытка рассказать о чем-то, что было перед этим, но уже находясь внутри совершенно другого контекста. И, конечно, война, ну вот, и это название «Украинская ночь», оно получило совсем другое звучание, потому что, когда уже книга дописывалась, я специально до последнего держала эту возможность написать последний текст, чтобы как-то все-таки какую-то актуальность этих событий тоже туда привнести. И вот война — это, конечно, действительно вот это черное и ночное, и это самый такой серьезный, ну, самый серьезный и важный образ, который как будто бы всю вот эту темноту, все вот этот мрак и мглу, и сумерки, и все эти метафоры, он как будто бы все сконцентрировал. Хотя, конечно, здесь нет ни одного текста о войне и ни одной фотографии о войне. То есть это как будто бы такое невидимое присутствие. Wenn ich Deutsch kann, ja, wenn ich German wollte, kamen Sie für Ukraine oder wann haben Sie zum Beispiel, jetzt ist klar, also nachdem das Krieg ist und in aller Munde Ukraine ist, sehr viele Fotografen reisen gehen und so weiter, aber Sie haben vor dem Krieg und vor dem Maidan diese Fotos gemacht, also was hat Sie an Ukraine interessiert? Ich wollte das auf Georgisch sagen, dann glaube ich. Sergi, eskotoebirom gadaevo neignis gamo an kundatsapia omis shemgom dela omis periodshi gasagebi khamoda gamuamra fotografichadis ekhla ukrainashi da moskva persigeben magra eskoda persigne ali gaketevu es idea gachta manamde da ra intereseba ukrainashi tsnoda tora ukrainashi manamde eskoto. Okay, ich hatte 2011 eine Ausstellung in Kiew und da habe ich Katja kennengelernt und da haben wir über die Möglichkeit geredet, eine Reportage über die Ukraine zu machen. Warum mich die Ukraine interessiert, ist eindeutig, mein Vater war Ukrainer, ist in der Ukraine geboren, in der damals im Ostteil von Polen. Als die Nazis Polen besetzt hatten, wurde es geteilt. Kam der Ostteil an die Sowjetunion. Die Familie meines Vaters war damals schon pro-ukrainisch, ihre Unabhängigkeit, wurden also als Renegades eingestuft. Die ganze Familie meines Vaters wurde nach Sibirien verbannt. Mein Vater ist in Westen geflohen und hat dann im Zweiten Weltkrieg gezwungenermaßen auf deutscher Seite gekämpft. Und das ist einfach, ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu
der Familie meines Vaters, mein Mann zum Onkel in Chicago. Und das hat mich natürlich fasziniert. Das ist ja auch Teil meiner Wurzeln, meines Ursprungs. Und dahingehend war das ganz eindeutig. Ich hatte natürlich überhaupt keine Ahnung, was der Ukraine bevorstehen würde. Aber ich bin einfach intuitiv darauf eingegangen. Serhiy, άμα σας άκουσα λίγα τάουσι, σαβούταρη ιστορία, άμα σταν τα γαοσίρεπιτ, είμαι το όνομα του Τιτών, άρη τσάρμοσόπιτ, Ουκρανίδα, μισή μάμα, άρη Ουκρανίδα, σταβατεβούλ, είναι τεριτορία ζε, ρομελίτς, ο μισθάτς χεβισέμδεκ, χέρσι τσάουβαρτα σάπουστα καοσίρς, ანუ დასავლეთ უკრაინაში, რადგანაც მისი ოჯახი ყოველთვის იყო უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის კეთილგანწყობილი, ამიტომაც მთელი ოჯახი დაიჭირა და ციმბირში გადაასახლეს და მამამისმა მოახერხა რომ გაქცეულიყო დასავლეთში, ამის გამო რა ქვია, რადგანაც დასავლეთში გაიქცა ომის დრო იყო და გერმანიაში ხარეზეც იბრძოდა და მას სასაკურველი ეს ბავშვობიდან ყოველთვის აინტერესებდა ეს ისტორიები, რადგანაც ეს არის მისი საკუთარი ისტორიაც. Და როდესაც კატარინას შესთავაზა, რომ გავაკეთოთ აი ესეთი წიგნი, რასაკვირად დიდი სიამოვნებით დაფრთხილდით. Yeah, აი ეს არის, მე მგონია, მოკლედ პრინციპში რაც შეიძლება ვთქვათ, ალბათ გამოფენას დაკავშირებით მე კითხვები არის. Завшот, а ми си ќе изеба их на сервиса ќе ве викот екла рагаца. Потом уже будут вопросы, но еще спрошу вас тоже. Что в последнее время все-таки меньше говорят про войну, но мы как грузины все-таки очень много параллелей, что происходит сейчас, что происходило и что происходит сейчас Украина это очень похоже на то, что происходило почти за все время после развала Советского Союза здесь, в Грузии. Наверное, российская идея сейчас, так сказать, заморозить Донецкий конфликт, может быть, мы не знаем. У нас такие заморожения есть два конфликта. Или две территории, которые оккупированы Россией. И кроме этого, наверное, нужно очень много параллелей привести, что касается Украины и Грузии. Но, наверное, все-таки было бы очень интересно. Я знаю, что вы очень активное участие принимали во всех происходящих в Украине делах. И мне было бы просто интересно, чтобы вы немножко рассказали, конечно, не все невозможно рассказать, что сейчас происходит в Украине, и что люди, например, сейчас думают о ней, как смотрят они на будущее. Конечно, это трудно очень. Окей, все-таки будет лучше с микрофоном, потому что нас записывают, они нехорошо. Добрый вечер, например. На ваш вопрос не то, что сложно ответить, на него невозможно ответить, но можно попытаться. Что, ну, какие настроения можно... Что происходит? В Украине вот продолжается война. И это очень сложный, очень такой тяжелый, изматывающий период, когда де-факто сегодня в Украине присутствует так называемое перемирие, официально, так, когда вроде навязанные Кремлем, поддержанные западными лидерами, перемирие между Украиной и вот этими территориями. Де-юре оно не выполняет, то есть де-юре оно есть, но де-факто оно не выполняется, потому что каждый день дальше гибнут люди, гибнут и военные, гибнут и мирные люди, продолжаются обстрелы, то есть война продолжается на самом деле. И это тоже очень характерная, очень такая показательная деталь, потому что, да, действительно, вот вы абсолютно правы в том, что сегодня не так много говорят про Украину, как говорили год назад. Ну, что дальше несколько месяцев. Да, война надоедает, война утомляет, война раздражает, война мешает. И понятно, что, например, с этому мирному Западу, Западной Европе, у которой много своих проблем на самом деле, давно хотелось бы, чтобы вот
вот эта Украина с ее конфликтом куда-то отошла в сторону, чтобы она исчезла. А если она исчезнет из страниц газет, если она исчезнет с телевизионных новостей, можно будет сказать, что вот она, что и проблема. Проблемы нет. Проблемы исчезнут. Если проблемы нет в средствах массовой информации, если нет информационного пространства, то ее нет и в реальности. Вот есть такая позиция, но на самом деле как бы, понятно, что война никуда не делась, война продолжает уносить жизни граждан Украины, война продолжает уносить жизни граждан России, которые приехали воевать в Украину, война продолжает разрушать города Украины, война продолжает изматывать страну. Сейчас вот тот период, когда например, когда было обострение каких-то боевых действий, когда каждый день были сообщения о том, что гибнут десятки людей, и там занимаются какие-то населенные пункты, все сопереживали. Общество было мобилизировано, кто-то более активно помогал, кто-то просто смотрел новости. Так или иначе все жили этой ситуации. Сегодня, когда официально сказали, войны нет, у нас перемирие, у нас мир, и занимайтесь своими делами, это самый сложный психологический момент. Когда люди говорят, ну вот нам же сказала власть, что войны нет, поэтому можно заняться своими делами, можно дальше вернуться к коррупции, можно дальше вернуться к каким-то там взяткам, к своему бизнесу, к каким-то своим вещам. А то, что там происходит, меня не касается. В то же время там находятся, в этой зоне находятся сотни тысяч людей, которые находятся ежедневно в зоне риска, в зоне опасности. Там находятся десятки тысяч военных, которые каждый день могут погибнуть, которые тоже каждый день находятся в зоне риска. И для них это перемирие ничего не значит. И это тоже важный и очень тяжелый момент. Что происходит еще? Следует понимать, что Украина полтора года фактически находится в состоянии стресса, очень сильного стресса. Многие люди устали, многие люди разуверились. Это тоже естественная реакция. Вот, я думаю, грузины это должны понимать. Как страна, которая пережила за последние 25 лет две революции фактически, да, 90-го года там и революцию ВОЗ, да? И гражданскую войну, и войну с сепаратизмом. Да, вы понимаете, что есть активная часть общества, которая пытается что-то изменить, которая является вот этой действенной, действующей силой любой революции. И есть большинство общества, которое, в принципе, занимает такую выжидательную, пассивную позицию. То есть пусть кто-то за меня что-то решит, а я подожду дома возле телевизора, а там, возможно, что-то изменится к лучшему, и я получу большую зарплату, большую пенсию. А, собственно, Украина в этом плане ничем не лучше. Тоже большинство населения, даже если они не поддерживали революцию, они ожидали от изменений, от этих трансформаций, каких-то очень быстрых и очень качественных дивидендов. Что-то изменился президент, пришел новый президент, пришли какие-то дотации от Евросоюза, и завтра все должно стать лучше. В части общества были какие-то ожидания, было некоторое очарование, была некоторая романтизация революции, как любой революции, это в принципе не ноу-хау, не украинская какая-то выдумка. И как как любой революции, украинская революция началась вот эта фаза противодействия. Фаза контрреволюции, когда быстрых изменений нет, скачка к лучшему нет, очевидных трансформаций и реформ за год нет, и для кого-то это является поводом для разочарования, для апатии, для какого-то потери доверия, потери активности как такой. Это тоже сегодня наблюдается в части населения. Вместе с тем, что характеризует очень четкую украинскую ситуацию, что вот та часть людей, которая вышла полтора года назад на улицы и площади украинских городов, а наш Майдан это не только. Наш Майдан это площади всех городов. И Майдан был и в Донецке, и в Луганске, кстати. Об этом мало кто знает вне Украины. Вот эти люди, которые вышли тогда и пытались противостоять власти президента Януковича, они до сегодня очень активно вовлечены в ситуацию. Просто для них Майдан трансформировался в помощь беженцам, помощь раненым, помощь переселенцам, помощь детям, помощь военным. Они занимаются волонтерской деятельностью, они занимаются какой-то общественной активностью. То есть для них революция не закончилась, для них вся эта ситуация дальше продолжается. Вся эта ситуация до сих пор открыта. И вот этот коридор возможностей, он еще не закончен, и двери возможностей еще не закрыты. То есть еще все возможно, ситуация дальше находится в динамике и в развитии. Что у нас впереди? У нас впереди, ну все понимают, что как бы каких-то, никто не строит никаких иллюзий. Все понимают, что впереди будет сложно, что
впереди проблемы, и вместе с тем, я думаю, что многие люди понимают, что эти проблемы нужно решать самим. Что ни Америка, ни Евросоюз, ни такие наши союзники, как и друзья, как Грузия или Польша, за нас наши проблемы не решат. Их придется решать самим, и я вижу во многих своих соотечественниках готовность эти проблемы решать. Вот это оставляет какую-то надежду, это оставляет действительно какую-то такую веру в то, что все можно изменить лучше. Ну, естественно, все хотят, чтобы война закончилась по-настоящему. Спасибо. Ой, это не включено. Вот я все-таки сегодня посмотрел, какие новости по Украине, не знаю, вы читали, мне то чисто там назад. Путин оценивает коммерческий долг Украины перед РФ, то есть Российской Федерации, 25 миллиардов долларов, например. Улюкаев пригрозил наказать Украину за латентную ассоциацию СЭЦ. Это сегодня, как несколько часов тому. Москва грозит ответными мерами на размещение в РОК. И в это же время, такая большая политическая, донецкие школьники на сцене имитировали расстрел украинцев. Тоже прекрасно. Вот это... Тбилиси, Свобода и русские тоже. Есть, поэтому это не врачено. Путин говорит, что я из России, но я буду из России. Иногда, когда я читаю новости про Украину, абсолютно, до такой степени похоже, что происходит здесь, что если украинцы больше внимания обращали, что происходило в Грузии, они немножко знали, раньше обращали, они знали бы, что произойдет, в принципе, и что может произойти. Так же, как мы учимся сегодня, что с нами тоже будет. Так что очень много, я уже говорил, что параллели можно сделать, и можно учиться друг друга, что ожидать от России. Может быть, я Катарину еще спрошу, как вот меня и все-таки я хочу еще спросить сюда про выставку. Эту выставку вы показали, да, в Киеве? Нет? Еще не показывали? Сегодня первые две книги вообще-то, которые были напечатаны. Потому что вот, в принципе, то же самое, что такое хотели сказать, по-моему, что это уже как-то прошедшее время как-то, так или иначе, потому что я думаю, что очень многое изменилось за, именно за полтора года, и это какая-то история, которая как-то уже позади жить. Конечно, существуют вещи дома, люди также, может быть, живут и так далее, но все-таки это меньше людей будет интересовать, потому что интересы сейчас направлены в другую сторону, наверное, да? Давайте попробуем. Ну, в первую очередь, это же, конечно, все-таки художественная книга, в смысле, что эти фотографии — это не журналистский репортаж, а это искусство, поэтому эти образы, эти фотографии могут говорить с нами об очень разных вещах. И не обязательно о конкретных домах или конкретных городах. Даже если, когда мы смотрим на эти фотографии, очень часто какие-то урбанистические пейзажи, мы, в принципе, такие же можем увидеть везде, даже в Западной Европе. И образы, например, ромских детей или ромов — это абсолютно европейская тема. Какие-то европейские образы, совершенно нетипичные для Украины. Я вот думала перед сегодняшней презентацией о чем, что эта книга сегодня нам говорит в контексте событий, которые она не зафиксировала. Она, конечно, очень многое говорит о памяти, о том, как мы с нашей памятью работаем, она говорит о взгляде, как мы смотрим на окружающий мир.
как мы смотрим на наши города, как мы смотрим на людей, рядом с которыми мы живем, но которых мы совершенно не знаем, как мы смотрим на Украину. Потому что у нас есть проблема очень большая в стране, это проблема мобильности украинцев. Очень многие, хотя, казалось бы, у нас много людей, уезжающих в Европу, в Западную Европу работать, или в Штаты, или еще куда-то, в Россию. У нас очень много людей никогда не покидали свою область. Восточные украинцы никогда не были, например, на Западе или на Юге, или наоборот. Кстати, многие беженцы, насколько мне известно из истории, вот война заставила их впервые покинуть свой регион, и они увидели просто такой очень брутальный способ просто вытащить человека, из, ну, покинуть дом и увидеть совершенно другой мир, в котором он оказывается. И, то есть, эта книга может быть и об этом, но она, конечно, более, с другой стороны, каких-то универсальных вещах, которые у меня, поскольку я украинка и в Украине живу, которые для меня, конечно, многое очень говорят об Украине, это это ужас какой-то социальной действительности, ее трагедия, в то же время ее ну, какие-то эстетические измерения. Но для меня эта книга – это такая очень резкая, жесткая, радикальная попытка ну, как бы атаковать массовую культуру, показать ну, какое-то совершенно иное лицо Украины и сделать взгляд вообще на действительность и то, как мы мыслим о нашей действительности, сделать их более чувствительными и расширить в то же время, увидеть, какое разное может быть наше восприятие. Ну, в этом смысле я тут не вижу какой-то потери актуальности. Наоборот, мне кажется, сейчас, когда вопрос конфликта, военного конфликта, вот этой терминальной такой стадии, и когда враг полностью сосредоточился во внешнем агрессоре, когда это немножечко стихает, мы сейчас как раз столкнемся с тем, что мы опять погружаемся внутрь и направляем наш взгляд на себя. И здесь мы увидим очень много социальных ран, которые никуда не делись. Иногда, смотря на эти фото, ты не понимаешь, тут как бы бомбардировка прошла, или это просто последние, там, я не знаю, 50 лет никто не чинил эту дорогу. Поэтому вот эта социальная перспектива, она, конечно, наоборот, это может быть даже книга в какой-то мере о будущем. Я очень надеюсь, что мы все-таки займемся критическим осмыслением нашей страны, нашего общества, и это та работа, которую мы будем делать, я надеюсь, конечно же, уже в мирных условиях, но работа эта будет непростой. Так же, как непростым будет осмысление опыта последних лет жизни в Украине, и революционного, и контрреволюционного, и военного, и вопросы примирения, вопросы больших различий украинцев, их, ну, их силы в этом различии. Это все вопросы, над которыми мы нужно будет еще работать. Спасибо. А мы обязательно снимаем. Это на самом деле Катя очень интересную тему подняла. И это относится к вашему вопросу о том, что происходит в Украине, какой там сейчас, какая у нас ситуация, какие у нас настроения. Это очень важный момент именно социальное состояние, социальная политика и социальные проблемы. Потому что, по большому-то счету, именно они, наверное, и дали возможность для развития вот этого конфликта, именно социальные проблемы, это не этнические, не языковые, не исторические. Я верю в том, что все проблемы происходят именно из экономической и социальной среды. И именно они у нас останутся, когда эта война в конце концов закончится, завершится. Все равно нам придется столкнуться с тем, что перед нами вот эти все нерешенные социальные проблемы. То, что Катя упоминала о том, что иногда трудно отличить, где у нас сегодня следы бомбардировок, где следы просто хищения, это абсолютно точно, это безусловно. Я это видел, когда мы ездили с друзьями,
писателями, музыкантами, журналистами. Мы ездили, мы регулярно ездим на Донбасс, сегодня вот этой украинской территории, освобожденной украинской армией, где проводим какие-то гуманитарные встречи, вечера, концерты, пытаемся как-то что-то делать для местного населения. И действительно, там многие, например, писатели, журналисты с Киева, с Львова, они никогда не были, в принципе, на Донбассе. Это сложно, наверное, объяснить, поскольку, вот я, насколько я понимаю, вот эти территории оккупированной Россией находятся отсюда, от Тбилиси, за 40 километров, да? А все-таки Украина, она немного больше, это больше, чем 1000 километров с востока на запад. Я могу вам сказать, что, может быть, в так называемой Южной Осетии Белорусин тоже не было, потому что это не было курортной зоной тогда в Хазе. Ну, у нас тоже, Донбасс совершенно не курортная зона, скорее наоборот. И тоже многие украинцы никогда не были на Донбассе. Сегодня, когда они приезжают вот в эти города, которые пережили бомбардировки, которые пережили смену власти, пережили уличные бои, и ты пока, а я сам просто оттуда, я с власти родился, то есть это моя малая родина, и поэтому я их туда привожу, как своих друзей, чтобы показать мою малую родину. И они смотрят и говорят, ну да, вот это вот видно, что прилетел снаряд, а тут видно, что приехала танковая колонна, нет асфальта, и вот это здание тоже, видно, пострадало. Я говорю, да нет, вот этот завод так выглядел 20 лет назад. 25 лет назад он именно так выглядел. Это свидетельствует о чем? О том, что как бы вот эти социальные проблемы, они были очень серьезные, и о них сегодня многие забывают и сознательно на них не акцентируют, их не проговаривают, потому что ну, как бы тогда все усложняется. Намного проще сказать, что украинская война – это гражданский конфликт, который возник вследствие нерешенного, например, языкового вопроса. Это глупость, это неправда, это фикция. Потому что не было никакого языкового конфликта, который мог привести к войне. Нет никакой гражданской войны. Есть технология, инсталлированная Россией на украинскую территорию, вследствие чего началась полномасштабная война. А причины ее разные, и в частности, вот эта социальная составляющая тоже имеет вес. Это у меня еще один вопрос, если можно сказать. Там вот я все время смотрю, что происходит. Меня это очень интересует и волнует, что происходит в Украине. И я думаю, что происходит перед нашими глазами еще очень интересная вещь, что мне рассказали, в принципе, к этому ведет, что вот сейчас происходит становление современного украинского народа, которого, может быть, не было еще 2-3 года тому назад. Вот перед нашими глазами это происходит, потому что именно люди ездят, смотрят на свою страну, больше думают, да, хотя языковых проблемах тоже, и это не так само собой разумеющаяся вещь, что кто-то на украинском говорит, на русском, то есть они думают над этим, так что что-то вот мышление людей, что-то очень большое происходит, и я считаю, я не знаю, правда или нет, вопрос к вам, а вот сейчас происходит, в принципе, то, что не произошло, может быть, за последние годы во время Советского Союза и во время после независимости Украины, после развала Советского Союза, сейчас происходит именно вот так, я чувствую, вот становление, так сказать, новой украинской нации. Можно так сказать, Сергей? Вы знаете, можно сказать, что происходят очень серьезные, просто глобальные ментальные изменения, при которых уже невозможно возвращение назад. Но с одним очень важным уточнением, что эти все изменения происходят только в сознании части населения. Здесь не нужно идеализировать, не нужно как бы проецировать это на все общество. То есть есть часть граждан, ну это та часть, которая вышла полтора года назад на улицы, выступать против Януковича. Вот эта часть населения уже никогда не согласится жить вот этой постсоветской, пропутинской, прокремлевской России. То есть уже невозможно для них возвращение назад. Они до конца будут стоять, и они до конца будут представлять свои идеи. Это идея трансформации страны, идея, условно говоря, это тоже как не настолько однозначно, идея вот этой евроинтеграции, идея борьбы с коррупцией, идея системных реформ, то есть изменения страны. Но при этом есть другая часть общества, которая это всего даже не то, что не хочет, а она этого всего не понимает. И вот это та часть общества, которая
во всем этом участия не принимает. И разрыв между этими двумя частями общества становится все более и более видимый и серьезным. И во что это все выльется, я, например, если сегодня не берусь. Потому что ну, нельзя сказать, что вся Украина хочет изменений, вся Украина хочет, например, в Европу, вся Украина хочет отказаться от русских телеканалов, условно говоря, если воспринимать русские телеканалы как метафору. И что все они хотят отказаться от Путина. Также как и нельзя сказать, что вот Украина попробовала, ей не удалось, и она сегодня готова вернуться назад, вот это лоно русского мира. Тоже нельзя так сказать. В стране идут очень серьезные, очень важные и очень болезненные процессы. Куда они выйдут и чем все это закончится, сложно сказать. Но вот я больше все-таки общаюсь с теми людьми, которые включены в эту борьбу, включены в процесс, и я вижу в них готовность ну, дальше заниматься тем, чем они занимаются. То есть для них все понятно. Отступать нельзя, останавливаться. Если мы сегодня останавливаемся, если мы сегодня идем на какой-то компромисс, если мы сегодня сдаемся, завтра нас просто не будет. То есть не будет ни страны, ни общества, и все те жертвы, которые, собственно, которые мы пережили за последние полтора года, все это количество погибших людей, ну просто будет непонятно, за что они погибли. Все это будет не зря. Обязательно. Эхлав, вас. Один вопрос поставлю нашим фотографам, если можно. Когда вы выбрали, то мне как будто когда мы уже на 20 пар, где вы выбрали, то суд, то когда вы их можете хранить, чтобы я не все время рядом, потом спросим еще публику, может быть, есть какие-то вопросы, но что-то очень короткий вопрос. Это где будет правильно? Если я нам без кизейна у вас Пасифис, по тем лучшим, по тем три, а мы зифо есть, а мы люди зигерны, а вот сумбайшки есть. Neue Fotografien machen, zum Beispiel dort, wo sie gewesen sind in Donetsk, in Krim und so weiter. Also wäre das interessant. Natürlich wäre es interessant, aber unprotected. Ja, weil sie brauchen es ja. Natürlich wäre es interessant, aber unprotected wäre das nicht unbedingt ratsam. Also ich würde in diese Konfliktgebiete nur im Anhang von irgendwelchen militärischen Aktionen oder von irgendwelchen sonstigen offiziellen Gesellschaften überhaupt, wäre es möglich. Ich habe meine Fotoprojekte immer spontan gemacht. Ich habe die 70er Jahre in Berlin dokumentiert, als es noch die Mauer existiert hat. Ich war in den 80er Jahren in der bevorrücktesten sexuellen Revolution aller Zeiten in New York City. Ich habe da das Straßenleben dokumentiert. Ich war 95 in Moskau, als die Leute auf der Straße verreckt sind, verhungert, verdurstet oder verfault sind und manchmal tagelang in der Ecke gelegen sind, bevor überhaupt irgendwelche Autoritäten kamen und die weggeschafft haben. Wenn dann die Leute vorbeigehen, haben die Tausende von Leuten haben das ignoriert, wenn ich fotografiert habe, sind sie aufmerksam geworden, haben gedacht, das ist eine sehr unpatriotische Sache, wenn irgendein Ausländer kommt, der die Armut auf den Straßen dokumentiert. Dann hatte ich natürlich auch meine Probleme. Also ich bin immer bereit, in irgendwelche Konfliktsituationen zu gehen. Das würde mich natürlich absolut faszinieren. Aber wie gesagt, unprotected ist es eigentlich absurd. Wo soll ich denn da hingehen? Ich meine, ich bin doch nur ein Target. Ich bin doch nur ein Target für die anderen, die mich als Yankee oder sonst irgendwas diffamieren würden. Also von daher gesehen ist es leider nicht möglich im Augenblick. Mir geht's ja nicht mehr. Ich bin zu strong. Als gerade ich habe der Periode, das Interesse zu haben, schon um sie jetzt auch das gerade ich ist der Territorium, wo man sich aufhält, wo man sich auch wo man sich auch nicht so viel lernen muss, wo man sich auch nicht in dem Domänen kriegt, das ist schon wieder. Du warst mit mir, weil ich mir Դացուա ձալիան ձնելիա իտ պոտուս կատարով դրան սամիս նետքիվ ձևիք դամարշլաց ասիա, որ ամույցիտ իսերացան որ մասկով մեղ ոտուս մամ ինտերսետա
ეს კონფლიქტის ნორმალურობა ეს წელი დაძაბული ნორმალურობა მეოქს 70-იან წლების პერიოდში გადატანილი ძალიან ცნობილი ფოტოების სერია სპეციალურად მე 80-იან წლების გადატანილი როდესაც სექსუალური რევოლუციის წვევალები იყო მოსკოვში 95 წელში მაგალითად მოსკოვში როდესაც იქ ხალხი ქუჩაში ხტებოდა შიმშილით და ეგდომერე და არავის არაინტერესებდა ამ ადამიანთა და ამ ფოტოთაც გვამების პერიოდი და როცა იღებდა ხოლმე машин акцептира нас куратებას უფრო მეტად. ასე რომ სიამოვნებით გადავიღებდი, მაგრამ იმ ადგილებში სადაც დღეს სამიზნე ვიქნები, დასაგურველია თუ რაღაც გარანტია მომცა და დამჭირდება. გადავიღეთ ხათულა ის ჯოშოს გზას პამონა. Да, Вы спрашивали о становлении нации, да. Если мы можем говорить о нации, то это, конечно же, нация политическая. И мне кажется, что это, что вот этот новый нарратив Майдана, это был первый в Украине со времен независимости такое событие, которое событие в философском смысле, вот по Алему Вадиму, которое действительно изменило, политизировало очень большую часть общества и изменило просто его вообще понимание политического действия, активности, всего. И вот это становление нации, оно действительно, или общества, оно концентрируется вокруг нарратива общей борьбы, которая объединила людей разных социальных групп и социальных статусов, объединила людей, представителей разных культур, носителей разных языков. То есть ни какой-то культурный вопрос, ни языковой вопрос вообще не стал предметом какого-то конфликта внутри Майдана. Вот. И в то же время это было такое множество разных политических проектов, то есть разные более амбициозные и менее амбициозные политические активисты или инициативы, они присутствовали и делали порой совершенно разные вещи. Кто-то делал какие-то там горячие линии по помощи активистам, кто-то делал, сооружал какие-то странные скульптуры, кто-то, я не знаю, носился с флагами ОУНПА, были очень разные люди, и они как-то все вот на Майдане, в этом общем пространстве находили свое место. И вот этот вот нарратив общей борьбы, того, что в принципе стоит всем объединяться ради освобождения, против несправедливости, против полицейского или милицейского террора, это и есть, ну, вот это вот ядро, или как это сказать, ну, которое объединяет сегодня украинцев. И мне кажется, что нам очень повезло, что это был действительно такой гражданский, очень масштабный протест, и именно он является сегодня нашим базисом, на котором мы раньше строим, потому что он определяет то, как мы сегодня проявляем эту активность, что мы боремся не за, ну, хотя вот говорят там националисты, это все наоборот, мне кажется, было на Майдане, что мы боремся не за какой-то специфический национальный интерес, а как раз за вопросы какой-то солидарности и вот эта вот самоорганизация, мощное волонтерское движение, в принципе, единственный такой серьезный позитивный результат Майдана. Это, ну, политически очень прогрессивные вещи. И мне кажется, если мы дальше будем наслаивать вот этот новый украинский нарратив именно на этом, то тогда и с социальными проблемами и вопросами нам будет намного легче справляться, потому что мы не будем сконцентрированы на вопросе идентичности, на вопросе культурного какого-то угнетения, а наоборот, на вещах, которые общие для Востока, Запада, да в принципе и для всей Европы, и всех, да, всех стран. Спасибо. Эти ори китвал, тупо гамец, что-то Yes, please, no problem. So, I will take a chance and ask a question to Mira, because this question is not connected to this topic, but it's about the photography, about your photography general. So, when I first saw photos, I was really inspired, because
I discovered that he's doing really difficult job. I mean, he's focusing on people who are totally isolated from the society, who are unseen and invisible. So my question is, could you just describe your experience, how the working process, I mean, how you manage to be closer to these people? Because when you're doing these kind of things, you have to be part somehow of this society. So could you tell us your experience? This is the first question is... I will translate the Georgian for the public. This is Harris. And TIFL კონკრეტულად მირონთან არა მარტო სამ თემაზე, არამედ ის სამ ფოტოგრაფიაზე, რომ მეცახელი თავდა ვითხრა რომ ისიი პირველ წელს ნახავ ამ სურათები ძალიან შტაბის პრეფექტში მოხდა, ის ახ აქაც ჩანს, ის იღებს ხალხს, რომელიც ადამიანებს რომელიც იზოლირებული არიან, ხო რა მარკინალიზებულები არიან. საზოგადოებისგან და დაიყო რა არის თავი ამის მიზეზი. მე მაინტერესებს უშუალო მუშაობის პროცესი, როგორც ასე თუნდაც ნიშნავს, შენ ასე თვითონ დები ინფორმატორის რაღაცა ხარ ფაქტს. როგორ აკეთებს ამას? როგორ ახერხებს ამათან ეს დახო კონტაქტში შესვლას? I have to ask a question. Are you talking about specifically my Ukrainian photos or generally everything? So you have seen my website? I have seen the New York City photos and the Instagram photos which were taken in Moscow and so on. Okay, so it is different. When I was in Ukraine, I don't speak the native language, even my father is Ukrainian. So everything was very non-verbal, or mostly non-verbal. I went to situations, made the photos and left. Sometimes, of course, in order to get into institutions, we had, with the help of Katya, we had to rely on, of course, contacts. So my photography about the Ukraine is slightly different. Since there was more distance and I was very new, and I was doing my New York City photos, I was living in the city. I was living for 15 years in the United States. So it was easier to get close and get contact. But there's also a non-verbal kind of interaction. I think it depends how you approach someone. This is very important. If you come in. You gotta suggest some kind of trust and you gotta have some kind of empathy. And I think for some reason many people trusted me. And I never intended to
put anyone's trust away or makes it look bad. In many ways, I was the last in Moscow, for example. I was the last living person they recognized. And it was a kind of a helpless feeling because all I was doing was making photos of some completely helpless people which were ready to die. But still, I think I transferred some kind of emotions they didn't even get anymore because nobody was really paying attention to them. So, of course, it's a very emotional thing. I'm not a robot and I'm not walking around like a tank. So it is a very, but every photo still, whether it's in the Ukraine or anywhere else, every photo situation is different and individual. So I could talk for hours about general things, but every situation for me was different and I approached it different. And as I said, it's not just a mechanical thing. You have to transform something. There has to be something going on. And and of course you have to have the respect for the people, especially since they are outcasts, and especially since they are in such miserable situations. And I think I have this because I myself, even if I live in the Western world, and even if I'm very privileged compared to those people, I'm an outsider. I'm living as an outsider in every society because I go always over the edge. So I was censored in many, many years. And because people didn't want to acknowledge what I was doing, because they rather was we're looking at fashion photos or at photos of music or rock stars or positive aspects of life, and I was always looking at the other side. Mas endobod ne, mitro ragat sa empatista. Tanak to izgara šest, fotoji argam pita. Ne imeti maksorom, a imati ragat sa argovat spile, imati bolo, pat imeti ragat šu bolo nacili, ragat sam pat mier gamuhaturi am imeti sa robeli su pat am foto, bis kadar da bisas mas gamu nacilles. განსაკუთრებით თქვა მოსკოვში როცა ვიყავი ვიღებდი აი ეს უკვე სიკვდილის პირას მისულ მოშიში ადამიანებს მაგრამ საერთოდ ემოციას კი არ ქონდა და ჩემი რაზე ლაპარაკი და ფოტოები არ ინტერესებს მაგრამ მაინც მინდა ვიფიქრო რომ იმათი იმედის რაღაცნაირად გავამართლე და ამის გამო იქიან გამომდინარე რომ ყოველთვის რაღაც ძალიან შორს შევდიოდი ამ ჩემ საქმიანობაში ძალიან ბევრი წლების განმავლობაში აღწერული ვიყავი ვერ ქვეყანაში და ან მისი ფოტოებიც ისეა ცენზურას ძალიან სერიოზულ ცენზურას Хотя им подсказывали не только военные.
Я пришел к выводу, что это договорная война.
и нахожу такую аналогию, когда в Англии произошло перевооружение техники, вообще закрыли заводы, а Фолкленды, это был отвлекающий маневр, а для народа отвлечь внимание туда. Вот такая вещь. Если вы со мной согласны, вот это вопрос. Спасибо вам, да, я с вами не согласен. С вами я согласен. Потому что я согласен с тем, что я могу допустить, поскольку, вы же понимаете, я не политик, я не знаю, о чем договариваются президенты за закрытыми дверями, я не знаю, о чем договариваются. Но я могу допустить присутствие как элементов договора каких-то отдельных случаев. Там вот эти Минские соглашения, какие-то там окружения, какие-то там котлы, какие-то там бизнесы и так дальше. Я вполне допускаю, что элементы договоренности есть. Но война договоренная, там настоящая смерть, они не договоренные. И люди, которые там воюют, они воюют по-настоящему. И не гибнут по-настоящему. И называть это договоренной войной, да нет, потому что это огромная рана, которая проходит посреди страны. Это рана, которая просто на себя отвлекает все внимание, все ресурсы и всю энергию страны. Мы не можем никуда двигаться, потому что эта война продолжается. То есть, если но англичане тоже поехали там проливали кровь, тоже? Ну, они же проливали деньги. На своей территории. Ну вот, а все-таки Украина воюет на своей территории. И Украина защищает свою территорию. То, потому что, вы понимаете, если сегодня украинские войска отступят со своих позиций, то завтра русские танки будут в Харькове. В Харькове, в Мариуполе, в Одессе, там будут висеть эти флаги каких-нибудь республик, то понятно, что эти танки приедут к нам с России. И поэтому, ну какая договоренная война? Ну нет, я с вами, извините, не согласен совершенно. А то, что вы сказали, вы знаете, ну на самом деле, да, вы очевидные вещи сказали, с вами совершенно согласен, даже мне комментировать нечего, потому что понятно, что все сдавалось, не было никакой ответственности, никто не учел ни опыта Молдавии, никто не учел опыта Грузии. Ну и понятно, почему не учли, потому что вот эта вся государственная система была прогнившая от начала до конца, от президента до начальника какого-нибудь жаль. Понятно, что это и аннексия Крыма, и весь этот русский мир, и вся эта Новороссия, это проекты, которые готовились годами. Все это не спонтанная идея, не импровизация. Это готовилось на будущее. Ну, вот была революция и несколько свистей в сердце. Я просто, знаете, давайте так, правда, у нас время заканчивается. Давайте закончим с политикой. Если можно, мы с Звядом действительно прочитаем стихотворение. Мне сейчас вышла книга. Спасибо. Книга называется «Житие Марии», «Жизнь Марии». И здесь много стихов именно о войне, про войну. Вот мы прочитаем два стихотворения на украинском и на грузинском. Или могло бы дать нам на утро сюда хари поэзия. Сначала тогда возьми только слово. Да, читать. Будете слушать. И вот первый текст, это текст как раз о людях, которые уезжают из оккупированных городов, которые оставляют свои города. Візьми лише найважливіше, візьми листи, візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони, візьми срібні ножі, візьми дерев'яні розп'яття, золочені мережі, візьми хліб і городи, потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди, ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутися до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою біженці, нам з тобою бігти крізь. Нам з тобою бігти вздовж сонячникових полів. Нам з тобою тікати від всіх, спати поміж волів. Нам збирати воду в долоні чекаючих таборах. Тратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених вух, не буде звичних посад. Не буде сонного світла серед нічних осень. Не буде зелених долин за міських пустель. Буде розмазане сонце за плацкарне ріком. Буде холерна яма залита вогнем. Буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові в прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений за ребро священник із безжурним смішком. Цвинтар на тишку, гармір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати не вчора ім'я. Zeichen vor der Hauptsache,
რამდენსაც ზედა. Цаიე წერილები, რომ ალბათრუნდა გზიდა. Цаიე ვერცხლეო, ხის ჯვარც ხატები, თანსაცმელ, რამდენსაც ჩანდაში ჩაპები. Цаიე ბური, ბოსტნეული, Цаიე სამოდები, შენ არ ვენას დროს დაბრუნდები, შენ ვერ არის დროს ჩამოული ძვირფას ადგილებს, Цаიე ბორო წერილები, ცნობლებმაც გადგინეს. Ვერ მიაკითხავ სამოდეს დილიდან, ცხოვრებს ვერ მოიკნავ დამშრალი მილიდან, ფერას დროს ნახავ ძველ ნაცნობებს, ვისაც გაბოდებს, შენ ხარ დევნილი, შენ უნდა გარბოდე. ირბინო ყანებში, არც ვფიქრო უკან მოხედო, ძაღლებს დაემალო, იძინო ძროხებთან, ბეშვებით ხარ ძველის წყალი, იძინო აქ კარვებში, თვალში არ მოხვდე ომის ურჩხულს, სისხლით გალეშებს. მეგობრები აღარ მოვლენ, საზარელია, აღარ იქნება გაკვამლული სამზარეული, დაფანჯრის მიღმა დილის ქუჩა, რომელსაც ხვედრ, აღარ იქნება გარეუბნის ღრიოკი ხედი, იქნება მხოლოდ ლიანდაგის ჯახე ბრაგული, იქნება მხოლოდ საპლაცკარტო ცივი ვაგონი, ქარის ქუსლიან ფეხსაცმელზე შერჩენილი სისხლის ლაქები, კათოში მიდევნილებით სავსე ბაკნები, ფოსტალიონის ესეცაა დაცხრილულ გვამდა, ეგდება მისი ცარიელი გახსნილი ჩანდა, სათლავების მდუმარება, ღრიანცელი კომენტატორის, კუდრების სია, გრძელზე გრძელი ისე მატულობს, მთელი ცხოვრება არ გეყოფა, იპოვო მასში, შენი სახე, რომელსაც წაში. Следующее стихотворение о дезертире, о солдате, который убегает из войны. Ось лишаю зброю, начинает острый. Пусты від того, що ніколи не віра. Ось обповзають дороги та черепа. Обповзають мертвих патрульних розірваних командирів. Обповзають чужі кордони. Обповзають фортечні мости. Обповзають чіт безкінечної зайви. Мені ще стільки часу, мені ще стільки повзти. Тому яка різниця, що саме я повзаю? Кожна ніч була повільною, мов ріка. Кожен день був очікуваним, як дорога. Слова подяки про гордість злітають з мого язика, темрява, тепла, глибка, ніби ваші шури. Землі говорять момент, з неба говорять святі. Але навіть у їхній зневазі є співчуття і віра. Хай мені немає куди йти в цьому житті. Розвалена чорна земля стереже дезертира. Що в твоїй серці крає? Що в твоїй голові? Я навіть не знаю, з яких кольорів вшиваються наші стяги. Біси стоять при мені, недовірливі й живі. І дорікають мені словами моєї присяги, коли я все це забуду і забудуся гріх, коли перестану снитись мерці, що спливають рікою, коли в кожній смерті буду бачити просто смерть, коли голос знову буде зінким, а совість легкою, коли вже не лякатиме, і я погортаю бідва, і як мною наповнюється кожен битий, я теж говоритиму з усіма, говоритиму про живий, говоритиму про вбити. 10 000 загиблих слухають у землі. 10 000 святих слухають над головою. Голоси загиблих далекі від цього звіття. Голоси святих теж злі і пахнуть травою. Люди визирають з вікон, вибігають із теплих квартир. До літнього міста вертається на землі. Ховається від розмови, як від вогню. Не пам'ятає адрес, не пізнає рідню. І рідня теж, вертаючись до будинку зову. Не пізнає його, не пізнає його. ვაგდები იარაღს დავიწყებ ხოხოს, უნდა გავექციენ ყველაფერს, ვისიც აღჯერა. უნდა ვერიდო ნასოფლარებს, გზებსა და ქოხებს, უნდა ვერიდო ჯარისკაცებს, მკვდრებს და დაჭრებებს, უნდა ვერიდო უცხო საზღვრებს, ვერიდო ხიდებს, უნდა ვერიდო ამ სამშობლოს, ამ სარგებლოს, უნდა ვიხოხო და ვერიდო კიდევ და კიდევ, და სულ ერთია სად ვიხოხო, სად ვიკარგებო. მდინარე სავით ზამთი იყო ღამის დინება, მიახლოვებდა დღის სინათლეს ცივს და საშინებს, მადლობის სიტყვებს ჩემს ბაგეზე წვიდა გინება, სიბნელე იყო წებოვანი ბაკნის ფაშვით, ზეცაში ჯობდნენ წმინდანები, მიწაში მკვდრები, მათ გულგრილ ხმებში იყო რაღაც, რასაც უეძებდნენ, თუ დაბეღავდი ხოხვითა და მიწაზე გდებით, ვინ შეიფარებს მიწის გარდა საწყალ დეზერტს. Ისიც არ ვიცი, ჩემო მიცა, რა გიდებს გულში, ისიც არ მახსოვს, რაფერია შენი ალამი, უცნაურია შენს დემონებს არასდროს უში, სამხედრო ფიცის სასტიკ სიტყვებს, როცა გძალავ, თუ დავიღალ,
დავივიწ ეს დღეები თუ კი დაწყევ სისხლის მდინარეს მკვდრებით სავსე საღალვისის თუ კი სიკვდილი კვლავ გახდება მხოლოდ საწყენ თუ ძველებურად ამ ჩაგდება ხმა და სინდისი თუ კი ჩემ სიტყვებში შისული არა მოყვება არც გათენების შემეში და არც დაღამების მაშინ მოუყვები აი მაშინ მართლა მოუყვები ამბავს გახრწნილი ცოცხლების და უხრწნელგო ამების ათი ათასი გარდაცვლილი მისმენს მიწიდან, ზეციდან მისმენს ამდენივე წმინდანის სული, ბრაზი მეტი ამათ სიტყვებში ვიდრე სიწმინდე, ბრაზი და ახლად მოცეკი ბალახის სული, ხალხი ფანჯრებთან მომდგარა, ქუჩაშიც დგანან გუნდებათ, ქალაქში ქრია ზაფხულის და დეზერტილი ბრუნდება, ის თვალს არიტებს შეკითხვებს, აშინებს მზერა ყოველი, ვეღარც სახლის გზას იხსენებს ვერც მათ, ვინც სახლში მოერეს. აი, ხვდებიან ისინიც, ბრძოლის ველიდან განაგრძებს, შეხედა, დაგზა განაგრძო, შეხედის, დაგზა განაგრძის.